Здорово! Отцы-основатели встретились по Даре Дерева. Мы сейчас прикасаемся к истории, потому что вот эта аллея — это подарок наш, от нашего коллектива. Подарок на 700 лет, на 700 лет Гдова. Вот сейчас юбилейный год. Мы сегодня в городе Гдове привезли с собой 122 саженца, очень много деревьев. И вот начали сажать первые. Манжурский орех, аллея с той стороны городской крепости. Самое главное средство на эту посадку собрались благодаря коллаборации с театральным салоном «Сцена 23». Играли антиутопию экологическую, мы приходили с позитивной повесткой, как человечеству все-таки выжить, и объявляли сбор, и вот мы собрали очень много денег, почти 150 тысяч рублей, и вот мы здесь с этими деревьями. Ура! Поэтому кульки обязательно подвязываем. Собираемся даже в подъезд. Не моя ветка. Это наполняет будем или как нет? Или дождевая самая лучшая для полива, от нее дерево прям реально заметно быстрее растет. Вот если, например, сравнивать с водопроводной. Манжурские орехи, они прекрасно здесь. Есть? Да. Да, и желательно формировать форму лунки, чтобы вода там оставалась. Как дерево стоит в горшке, вот так же примерно его нужно посадить. У меня воровали эти дрова. Сегодня мы начали сажать деревья вот от этой взрослой кленовой аллеи. Вот в этом разрыве мы сажаем уже первые 6 манжурских орехов, потом еще раз клен, липа, и потом вот до той березовой аллеи еще 7 манжурских орехов уместим. Вот будет такая орехово-кленово-березовая аллея, обновленная. Псковская область, Гдовский район, это под Гдовом. Вот как раз будем сажать на той территории часть саженца. Лесосада, да, лесосад будем делать. Ягодные, ореховые, плодовые деревья посадим, и будет кормовая база для всей фауны, включая человека. Это у нас вот, в принципе, получается, мы сегодня загрузили 30 деревьев, да? И это все остальное. Да, это остальное. А плюс еще 12 черешин в ванне плавают. Итого. Здесь 80 деревьев. Орехи и плодовые. В основном орехи. Вот это рябина. А это груша. Вот груша на рябине. На рябину, которая была привита прошлой весной. Ровно год назад. Вот она, посмотрите. Было привито 3 веточки, вот она маленькая прививочка была, вот такая вот. Теперь уже на ней груша. Из 16 груш, привитых на рябину, погибло 2. Причем одну из них съел кролик. Вот. С урикой. И вот если вот мы хотим какие-то сорта европейских делать. Thank you.
горки посадим вот так вот, как ты. Сегодня мы сажаем вторую часть лесосада. Здесь располагается богатырский детский лагерь Федора Тарабукина. Усатый нянь называется. Летом дети будут ухаживать. Будет у них ботаническая программа. Вот. И значит, плодовые, ягодные, ореховые деревья будут перемежаться с соснами, с березками. Это вот называется лесосад. Такая система, она более устойчивая и от вредителя. Ну, вот, например, то есть если такой монокультурный какой-то сад делается, туда прилетает определенная бабочка, которая тоже любит яблочки, и просто без остановки их ест. А тут она теряется. Тут у нее раз сосна, береза, манжурский орех, потом яблоня, которая вроде вкусная, потом опять осина уже встречается, и она не может как бы достаточно легко вот так с дерева на дерево перепрыгивать. Вот, поэтому... Ну и такие деревья, получается, не надо травить там пестицидами, чтобы бороться с вредителями, и они намного вкуснее. Антон, Катерина. Это еще один пока.